Такой футбол нам нужен. В субботу соперником красно-черных в 22-м туре Олимп первенства ФНЛ стал футбольный клуб «Краснодар-2». С первых минут соперники попеременно атаковали ворота друг друга. Каждой из команд принципиально важно было забить первый мяч. Удалось это только во втором тайме на 81-й минуте встречи ивановцу Денису Фомину. Преимущество в счете текстильщик с трудом, но сохранил до финального свистка. Итог встречи 1-0 в пользу хозяев поля. Главный тренер красно-черных игрой подопечных остался доволен. Такая сегодня игра получилась, наверное, вот такой футбол, наверное, любят многие. Атакующий, открытый. Мы построили игру на таком прессинге. В первом тайме у нас очень хорошо получалось. Хотя Краснодар хорошая, обученная команда. Вылазили они иногда и хорошо вылазили в атаке, в быстрые. Вот. Но в целом сегодня было огромное желание победить, и мы своего момента дождались, мы его забили. Вот. Я думаю, конечно, если бы Краснодар бы первый открыл счет, нам было бы очень сложно, наверное. Матч бы, наверное, по-другому сложился. Но такая хорошая победа, такая волевая, трудовая. Победа текстильщика на своем поле прервала серию из 4 поражений. Впереди еще 2 домашние игры. Первая уже в среду, 13 ноября в 18:30. Соперником красно-черных станет футбольный клуб «Томь». Приходите поддержать команду.